Хей, окей, с вами Шимики, мы продолжаем бродить игру под названием Shadow Warrior. Короче, мы убили того челика, что на нас хотел напасть. Лаванг, или как его там? Или мы играем за Лаванга? Так, сохранение. Мы куда-то продвигаемся вперед. Нашего друга засало. Напарника. И поэтому мы сейчас будем искать, куда идти. Да. Пройду сюда, я заберу тебя. Я слышу звуки, которые не чужды мне. Это плохие звуки. Денежка. Очередное огромное место. Блин, мне не очень нравятся игры там, где мы волны просто отбиваем. Вражеские. Ну, типа, интереса нет. А, еще Call of Duty нужно. Do you even know how to use that thing, Grasshopper? Давай, давай, умирай. Изи. Хилка, хилка. Так, там выход, значит, нам сюда. Не буду переместиться на более интересную площадку. Увидимся на верхней горы, Лаванг, если вы выживете так долго. А кто это? Я ж убил этого, нет? Странно. Кто тогда со мной разобрался сейчас? Я пройду, куда мне надо. Так, а что там тогда был за проход? Куда я иду? Скорее всего, мне сюда потом нужно было идти. Тогда обратно по-быстрому идем. Потом сюда зайдем.
F5. Почилимся. Сумочку забираем. При каждой битве будем сохраняться. Значит, наверху все-таки что-то и было. Давайте быстренько наверх саняем. Тогда да, нужно было сначала сюда идти. Блин, теперь даже не пройдешь. Время не экономится. Какой шанс того, что сейчас враги снова полезут? Ладно. Хочешь убить челика, стреляй ему в ноги. Куда бежим? А, они в конце концов сами еще подохли. Можно было не брать. Топ, это что же самое зона? Нет. Ладно. Ну хера мне говорят идти в то же самое место. Типа, камон. Я верну. Так эта дверь тоже почему-то светилась.
она снова светится? Подожди, какое слово? Вы видели, я вот сюда зашел, оно светилось. Вот этот проход был закрыт. Так, здесь тоже был. Заработать последнюю часть. Ой, вспоминаю, где был зеленый цвет. Дело в том, что я когда туда прохожу, все равно одно и то же место прихожу. Может, где-то здесь двери были, подождите. Ага. Вон на что. А я-то думаю. Когда же ты появишься? Снова большая зона. Это думал, когда ты появишься. Ого, сразу две хилки предлагают. Нюша, что... жесткой будет. Счастливые цифры 23 34 42 69 66. Окей, так, вижу кости. Вижу место, куда мне нужно идти. Вижу место, куда мне не лучше идти. Ладно. Стрёмные манекены, им отдать, если они нападут потом как-то? Стой, мы же уже здесь были. Почему сундуки восстановились? Ладно. Не, на улице там... ух, она там территория. Не хочу туда. Да пошло все. Хватит этого... алисманского дерьма. Тихо, тихо. Вас я так буду убивать. А, все? Как-то быстро. Мне нужно научиться сердце использовать, хотя уже скоро конец игры. Зараза. Зараза. Ладно, чтоб я ходил всегда с full хп. Вернемся, используем хил, где он там мне давался. Ой, ладно, пох. Так, дробовик. Сразу перезаряжаю. Это у нас восьмерка, да? Семерка, да. В смысле? Нет? Без атаки? Странно. А тогда атаковали. Ага. Наверное, нужно было... а я все равно туда вернусь.
Там общая все равно печать лежит. Вот это вот плохо, вот это вот сейчас плохо, потому что мне много что предлагают взять. Так, ладно, на базуху у меня есть. Сразу бежим наверх, если что. До свидания, F9. Ой, я хотел всего лишь сделать... типа... убить их. А в Аргенте есть человек, который прошел эту игру без получения урона. Это же вообще невозможно. Так, сразу семерка. Так, подожди. 7. Нормально, нормально, сейчас разнесем их. Да. Вас просто разрезать на кусочки и все. Все, все. Так, вот это на семерочку мне нужно патроны будет сейчас понаходить где-то. F5. Почему ты противостоишь мне, Лован? Подумай, сколько мы сможем достичь, если объединимся. Отдай мне меч, и я прощу твой акт неповиновения. Ну, там... это тоже очень большая зона, плюс там дается хилка. Это херово. Когда даются аптечки, это херово. Слишком много книг. Так, здесь нужно будет сейчас щит сразу накинуть.
Денежки, денежки. Вот, зона, за которую я говорю, типа, тоже большая. Ну, давай. Все? Походу все. F5. С чинюшком. Не парься по мелочам, не мелочись. Впариваем. Джордж Карлин. Тоже снова зона большая. Скорее всего, будут мелкие. А я могу сюда, в принципе, так забраться. Да и все. А, и все. А зона не такая уж и маленькая, слушайте, если посмотреть. Странно. Ох, как же это странно. О, очко кармы у меня есть. Сейчас прокачаемся. Так, удержите, чтобы переключиться на быстрый режим огня. Ну, быстрый режим такой. Хотя я могу в магазин... Купить боеприпасы можно. Ну, огнемет я не вижу смысла прокачать. Вот это точно я ж хотел скачать. Противопаходные боеприпасы. Каждый из этих наконтактных зарядов повышает взрыв. Удержите, чтобы ха-ха, и направлять. Все. Так, кристаллы. Очки кармы. Передвижение. Освещение хрена позволяет бежать быстрее, как штормовой ветер. Скорость бега повышается на 30%. 20% херня. Удача. Говорит ангел так. Сердцеед. Вы находите на 20 больше денег. Вы находите на 20 больше денег. Ну... Мелкие предметы, редкая строка незаметно, вы находите на больше патронов. Те, кто вкусен энергии, да, иногда становятся кровожадными, похищая здоровье. В этой легендарной технике становятся почти опасные, и адепты превращаются в КИ. Однако, делая исходное оружие, вторжение используется, оружие сделайте из врага. Я понял, типа голову быка мы используем. Больше патронов. Давайте богатство. F5.
да, 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 да. Семь. Семь. Ну ты идиот! Оу-оу, тихо. Семь. Так, берем. Берем. Защита. Защита. И просто режем спину, потому что он не успевает повернуться. Окей. Стальчик, Хелло. Выход отсюда. А, мне уже, наверное, не забраться. Печально. Так, сундук, еще одна хилка. Еще хилка есть. F5. Странно. Топ. Нахрена я сюда пришел? Стоп, а давно ли тут этот проход появился? Стоп, этот проход вообще здесь был? Чё-то как-то странновато. Чё-то я этого прохода не замечал. Ладно, куда-то я пробрался. Ненавижу вас. Кажется, вы что-то уронили. А, это ваша голова.
5. Вот зараза. Все. Расправились. А, чё я туплю? Я как-то не увидел транспорт этот. Я не увидел, поэтому я начал в рукопашную их бить. Что не так, Ло Ванг? Не чувствуешь себя таким могучим без своего демона? Кто со мной вообще разговаривает? Я же его убил, нет? Так, сюда можно будет залезть, походу. Фонарики. Опа. А тут ничего. Буду? Пойдемте к Будде. Так, плюс карма. Никогда не бейте человека в очках, ударив его безбольно битой. Ну, я как-то вот так запечатлю. А потом в монтажике уберу прицел, да и все. Блин, я не знаю, заканчивать сейчас серию. Или как? Потому что с одной стороны уже как бы время меня поджимает. Это вся вот эта территория? Окей.
Пешки. Мне сюда все равно придется идти. Ау. Бац. Бац. Готово. Не сюда, да? Да. Значит, внизу что было ценное. Ну, из предметов. Ящик. Демоны, демоны, демоны. Сюда не пролезть. И все? То есть мне нужен был сразу лучше наверх идти. А, тут еще есть, ладно. Тут еще есть что-то. Бежим, бежим, бежим наверх. Сундук. О, как же долго. Так, где-то здесь должен быть синий манекен. Ох ты, бля. Ох ты ж, бля. Семерочка. Давай. Вперед, приятель. Да, сейчас. Подожди. Ладно. Все? Готово. Ладно, давайте на этом моменте остановимся, в следующей серии я продолжу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.